Приехали мы в Caribbean World. Вот такой здесь отреставрированный, но ремонт не новый. Такой стандартный египетский антураж. Уже полезла осваивать колонны. Похож очень на торговый центр. То есть заходишь, здесь такая кофейня. Как-то не очень похоже на отель. Интересно. Территория, видно, зеленая такая. Сейчас мы пойдем смотреть, какой нам номер просить. На первом этаже или нет. Явно отель не стоял, не засыхал. Переделанные. Очень густая зелень. Не недавно высаженная. Потому что в основном в Сомабэе, в Сафаге все отели пообанкротились. И их полностью территорию, здесь быстро она высыхает, деревья не живут, если их не поливать, там, мне кажется, 2 недели не пополиваешь, и уже все. А здесь вон оно как, красота. Видно, что он старенький, но ухоженный. Вот они очень интересно обыграли. Разноцветные все сделали, сеном. Так интересненько, прикольно. Вот мы всегда, когда вот такой выход на улицу из первого этажа, мы всегда просим ground floor, потому что классно, что ты выходишь из окошка, ребенку вообще круто. Конечно, зеленый, чувство, что ты в санатории, дышишь кислородом. Отель утопает в зелени по сравнению, ну это вот для Египта, конечно, для Турции, конечно, это не новость. А для Египта он просто, это, наверное, самый зеленый отель из тех, в которых мы побывали. Нашли с Гришей в единогласном мнении, что это самые красивые деревья в Египте. Они очень красиво цветут, это сейчас они уже отцвели, а так полная шапка вот этих красных цветков, когда оно цветет, это просто нереально красиво. Аня увидела корки. Вот они, корочки. Детский есть тоже бассейн. Детская площадка на море. Я обожаю, когда детские площадки делают на море. Это вообще шик. Купался, ребенок с моря не уходит. Есть шанс затащить его на это море. Сколько эти площадки. Детский клуб. Они что-то рисуют на пляже. Это вообще чудесно. Пошла разведывать детский клуб. Вот у них что-то интересное. Мы еще не заселились в номер, но мне уже здесь нравится. Дети вон на пляже, на мольбертах рисуют. Класс. Это детский клуб. Они всегда во что-то играют. Ань! Детский клуб. Сегодня у них в песке они играют. Игрушки выдают, и все строго. Пляж здесь, конечно, шикарный. Заход в воду без пандуса. Народу, весь народ на пляже. Мы еще шли такие по отелю, думаем, о, нет людей, как классно. Приходим, а здесь все на пляже тусят. Еще здесь вообще крути с крутей. Акваэробика в море. Это вообще я обожаю просто. Я за что любила Турцию, что там акваэробика всегда проводилась в море. А здесь это первый отель, в котором акваэробика в море. Буду каждый день ходить. Вот. А вот у того пандуса, который виднеется, живут черепахи. Они как раз между вот Карибианом и Мовенпиком. Ресторан, кстати, такой красивый. Я ожидала, что будет хуже, потому что старый отель. А здесь так уютненько. Вроде бы нет очередей. Ну и ковидные реалии. Еда в боксах. Мы здесь обнаружили бабочки. Вот эти бабочки живут все в Египте. Очень интересно. А еще интереснее, что эти бабочки на входе в туалет.
Номер нам дали у самого моря, вот наш корпус. И еще здесь круто, что на заднюю часть двора выходят только двери, то есть окна все выходят на красоту. Вот номер, как мы предполагали. Он такой старенький. Попросить, чтобы больничную койку убрали. Да-да-да, больничная койка. Нам такая не нужна, тут, в принципе, кровать широкая. Она портит весь вид. Вот, но я всегда ground floor люблю вот за это. Я прям классно. И близко к морю нам дали. Вот оно уже море. Самый крайний корпус к морю. Ну, ванна, кстати, ничего так. Мы ожидали, что будет хуже. Чисто. Вот здесь надо отметить, что все очень чисто. Но старенько, конечно. Первое впечатление об отеле очень приятное. Конечно, если бы не старая территория и номера, было бы вообще чудесно. А так вообще шикарно. Базарчик уют придает. Я как-то не люблю ходить, а тут раз выходишь, так уютненько, приятно. А еще я первый раз такое вообще вижу. Работают горки. Сейчас 8 часов вечера. Я в шоке. Мы завтра придем купаться. Так круто. Ну круто, конечно. Ночью в аквапарке. Круто. Самый большой паровозик. Казанова, ко мне. Кому было? Окей. Мини-диско. Браво, 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 браво.